Референдум дает возможности сделать выбор человеку. То есть здесь идет не то, чтобы нам Россия навязывает только за нас или Украина только за нас. Референдум дает право каждому отстоять свое право выбора. И чтобы потом не было разговоров о том, что за меня все решили, поэтому призываю всех своих соотечественников прийти на выборы и отстоять свою позицию. Вы вправе проголосовать за Украину, вы вправе проголосовать за Россию. Лично я сделал выбор, давно известен, в сторону России. Почему так? Потому что Россия показала, что она состоятельная, самодостаточная держава, реабилитировала многие народы, которые находятся в самой России. И у России не нужно доказывать о том, что она идет к нам с миром. Достаточно много примеров. Та же Чечня, Башкирия, Татарстан, где есть законы, которые не нужно принимать принципиально для нас, они просто будут действовать и развивать наш регион. Есть люди, которые еще сомневаются, идти на референдум или нет? Есть, которые боятся идти на референдум, запуганы. Только не могу понять, и сами люди не могут объяснить, почему они так запуганы. Но, видимо, какая-то работает сила, которая пугает. Я думаю, что пытался общаться с ними, переубеждать, что не нужно бояться идти на выбор, делать свой выбор. Будущее Крыма я вижу процветающим. Почему? Потому что Россия мощная страна, а Украина за эти годы практически нам ничего не дала. Понимаете, кроме наших требований. Постоянно собирались, требовали, а толком ничего нам не было дано. Людям сказал бы, чтобы люди пошли, голосовали, делали свой выбор и ничего не боялись, потому что будущее наше будет намного лучше. Насчет легитимности референдума, тут можно очень много спорить, потому что референдум это есть, ну, на мое мнение, это оплот демократии, вот, и свободное волеизъявление народа. Вот, поэтому я думаю, как может быть нелегитимным волеизъявление народа крымского. Вот. Насчет самого референдума, он должен, он очень много поменяет в Крыму. Очень много. Вот. За прошедшие годы, пока мы находились в составе Украины, здесь все стояло либо на мертвой точке, либо делалось еще хуже. Вот. Но мы уверены, граждане Крыма, можно так сказать, мы уверены, что этот референдум много изменит и изменит в лучшую сторону, потому что у Крыма огромный потенциал. Вот. И я думаю, что Россия нам поможет этот потенциал реализовать. Прежде всего, мы думаем о своих детях, чтобы было и обучение наконец-таки хорошее, и наконец-таки, может быть, закончатся эти всякие взятки, да, дают все время. Будет обучение хорошее, да, дети будут получать, и в дальнейшем для них перспектива большая, потому что Украина наша, это тяжело, конечно, и работа, и все. Вот. Ну и также, конечно, думают многие мамочки, которые с детками маленькими, будут пособия больше, конечно, все рассчитывают на это, потому что это будет хорошая помощь, потому что есть мамы, которые и одиночки, им тяжело. Вот. Ну, надеемся на лучшее. Духом никто не падает, наоборот, все радуются этому. У меня жена является крымской татаркой, я гражданин России. И мы в семье практически как бы говорим как минимум на двух языках. А дети у меня вовсю говорят на украинском, так как в школе это все приветствуется, присутствует. Не вижу никакой проблемы в этом, даже считаю, что в чем-то это большой плюс. Для тех людей, которые считают любой из языков своим родным.